Ребятки, смотрим, как маразм крепчал. Значительно быстрее всего за один день было расследовано дело о появлении крупного рогатого скота у стен Кремля. Теленок по кличке Доктор был задержан на Красной площади вместе с хозяйкой. Ею оказалась 34-летняя гражданка США Алисия Дэй. Объяснение она давала уже в суде. Сказала, что выкупила теленка на Авито, чтобы его не зарезали, и ничего не хотела нарушать. Я просто хотела доктору показать Красную площадь, я хотела показать красивое место. Корове хотела показать достопримечательность. Согласно протоколу, Дэй использовала теленка для агитации, выкрикивала лозунг «Животное не еда», и эта несанкционированная акция мешала проходу граждан. Дэй рассказала, что живет в подмосковном Реутове и содержит в своем приюте 7 спасенных поросят и 3 телят. Тверской районный суд, очевидно, не впечатлившись, арестовал веган-активистку на 13 суток за неповиновение полиции. Студенты, как сообщается, разместили в центре реабилитации животных, из чего следует, что от забоя он все-таки пока спасен. Фамилии других активных граждан в пятницу, как обычно, огласил Минюст, расширивший свой список иноагентов. Среди прочих в него попали старожил Ютуба Николай Соболев. Помню, мы про него делали один из первых выпусков редакции почти уже 4 года назад. И авторы скандального романа «Лето в пионерском галстуке», я рассказывал о скандале, который он сделал в Госдуме, Екатерина Дудко и Елена Прокашова.